Благовещенский городской парк в честь своего 123-летия принимал от жителей и гостей областного центра письменные поздравления. Для этого у главной сцены на стендах повесили несколько белых листов и прикрепили на каждом из них цветные маркеры. Также с днем рождения Горпарк поздравили различные творческие коллективы, на концерте разыгрывали призы. С 14 до 16 часов прокатиться на аттракционах можно было бесплатно. Особенно многочисленной оказалась очередь на колесо обозрения. Но у нас уже есть такая традиция, мы в этот день 2 часа катаем всех посетителей парка на колесе обозрения бесплатно. Сегодня было очень много желающих, но давки, слава богу, не было, все посетители культурные, все прошло очень даже хорошо.